Уходим все немедленно отсюда! Слушайте голос, мисс Тернер, все в порядке. С вами все будет в порядке. У тебя есть лошадь? Да. А у меня теперь нету. Мужчинами секретом своего обаяния. Может, все дело в твоих конопушках и волосах рыжих, не думал? Не думаю. Так. Я захожу в салон, уходим, новая дама. Ну, кстати, вот эта вчерашненькая была. Ничего, Коди, ничего. Да, все Коди, все три у тебя постоянные. Что? Вот, смотрите, я говорю, вчерашненькая была ничего, и Коди такой, какая? Из, да, Коди? Ты видел? Она сзади, или ног? Ну вот это, блин, я его имя не помню, такая в красной одежде. Охренеть. Это очень... А, то есть ты уже даже не утруждаешься познакомиться. Почему? Ну ты хоть имя ее познал. Вильям, Сосо, сейчас перерыв еще, да? Ладно. Да, а, да? Да, пока мистера Галена нету. Ага. Понял, спасибо. Ой, ну, смотри, тут перечислять, не, не заперечислять. У меня пальцев на руке надо не хватит, понимаешь? А? Очень небольшой секрет. Ну? А вы входите в этот? Давай. И вот он из-за угла выходит. Ты же видел, Лори купила дробовик и револьвер? Да, 130 баксов, охренеть. Знаешь, чьи они раньше были? Фрейзера. Ага. Так. Да, только самое забавное то, что у нее этих денег нет. Чего? Сейчас, там просто женщина какая-то стоит. Ага. Она взяла кредит у мистера Гальяна еще давным-давно. Так. И по ходу дела за работу на него он ей разрешил увеличить сумму долга. Она покупает это в долг. А как она будет расплачиваться? Она на него работает, наверное, зарплата будет уходить на оплату. Ух, понял. А то я уж подумал, откуда же она вроде ночует в этом лагере вот этих переезжих. Я тоже тебе говорю об этом подумал, а потом я вспомнил, что она у него брала в долг небольшую сумму. Скорее ага. Всего, поскольку она работник его теперь, он ей эту сумму позволил увеличить. Другого объяснения нету, банально. Потому что мисс Хоу работает на такой же должности, и она столько не зарабатывает. Ну, а ну еще я знаю, Лори торгует лошадьми, приручает их там. Может быть, на этом она заработала? Нет. Лори в последнее время занималась работой только на Гальяна. А-а-а. Мне сама Хоу рассказывала. Они ничего себе. Работали какое-то время. Понял. О, да. Вернулся, пойдем. Ага. Внимание, представлена металлическая коробка, которая сможет вам в этом помочь. Мы еще успеем. Этот механизм не так легко открыть, как может показаться на первый взгляд. Начальная цена всего лишь $80 в Соединенных Штатах Америки. Один шаг 5 долларов. Кто готов предложить $80? Миссис Клар. $80. Раз. $80 2. Там есть повозка. Мне ее надо забрать и перевести. $80 3. Можно внизу? Можно за. Червь. Так. Хватит лот так номер 2. Я предлагаю тебя продать. Христианство считает, что с рождением каждому человеку дается незримый персональный защитник. Ангел-хранитель. Поэтому так ярко ангелов призывно ставили в домах, надеясь, что они будут помогать жильцам дома. И вашему вниманию представлена фигура, которая сможет вас обеспечить защиту. Кто готов предложить $40 США? $40 раз. $40 два. $40 три. К сожалению, ангел не нашел. No need to hide your face from me. I'm sure I've seen worse. И хорошо. Следующий удар. Каждый человек из нас. Каждый из нас по своей природе музыкален. Вашему вниманию представляется коробочка, которая не просто предмет в вашем доме. Это ваш музыкальный спутник. Заведя ее, вы услышите те ноты, которые будут сниться вам. Есть мысль. Они будут вас взять кредит. Три кредита. Или два, по 50 баксов. У Гальяна.
либо 3 по 30. И тогда мы развязываем руки ей, и она будет сможет нам помогать во всех наших других делах. И мы будем выплачивать тогда ему. А? Что вы думаете? Покиньте свои сидячие места быстрее. О, боже! Чего? Уходим все немедленно отсюда! Что? Молли! Молли! О, нет! Вы в порядке? Что происходит? Я позову... Что? Твою мать. Что? Что? О, нет. Что происходит? Молли. Твою мать. Молли, позовите врача кто-нибудь. Вы как? Пинс, все живы? А? Все живы! В порядке? Жи... Не знаю. Тут... Господь. Ничего, нормально. Коди! Кажется, это... Коди, мисс Тёрнер, все в порядке? В сторону пойдем подальше. Стол, все... давайте ее. Все в порядке, Коди? Да, я в порядке. Мисс Тёрнер! Коди, бери ее за руки. Господи. И веди ее в салон. Давайте, пойдем. Давайте, ты справишься? Давайте, давай помогу, давай. Ай, рука! Сейчас, погоди. Я донесу ее. Господи! Несем. Аккуратно, мисс Тёрнер. Где доктор? Там еще человек. Кого? Куда? Куда? Чёрт. Что? Мисс Тёрнер, главное не это, не закрывайте глаза. Мисс Тёрнер, слышите меня? Да. Все. Слушайте голос, мисс Тёрнер, все в порядке. С вами все будет в порядке. Все будет хорошо. Угу. А ну куда? Мы идем к врачу, мистер. Так, вроде там врач был. Где? Ну, осматривал меня. А? Хватит меня крутить, меня сейчас стошнит. Аккуратней. Коди, зови врача сюда, пусть все сюда идут. Я не знаю, что делать. Ищите меня обратно, там был врач, положите и не трясите. Ладно. Меня сейчас стошнит. А, что? Коди, нужен врач. Что? Врач. Где врач? Где врач? На самом деле. Положите меня. Нет врача. Давайте вот тут на лавочку. Нет, хватит меня трясти. Вот, на лавочку. Аккуратней. Я найду врача. Вы как, мисс Тёрнер? Так, ее может унести куда-нибудь? Положите ее лучше куда-нибудь. Давай ее к цирюльнику. Потому что земле. Там мисс Тёрнер около цирюльника. Сэр. О, господи. А где... А будете? Финс. А? Ты Коди ищешь? Нет. Коди с мисс Тёрнер. Да, кто-то стреляет. Это мужик на коне мужик. Боже. Господи, да это же мой... Это месиво. Это мой наниматель. Это месиво. А. Нету твоего нанимателя. Голове, который... А где Буч? Где Буч?
Где Буч? Возможно, вот это. Все живы? Элинор? Элинор? Понеси сразу ее. Что с ней? Она без сознания. Я не знаю. Несите, несите, несите. Помогите капитану Портеру, кто-нибудь, Винс. Где капитан, где капитан Портер? Вот лежит. Это капитан Портер? По-моему, да, похож. А, не признал. Куда все ушли без Портера? Давай поднимаем Винсу. Давай, да, поднимаю. Так аккуратно, у него там из живота торчал осколок. Не, и главное не трогать, наверное, его. Осколок. Не, осколок не трогай. До врача несите. Пойдем. Вы понесли. Ты мистер Портер? Да. Да-да-да-да, давай, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Давайте, господа. О, блядь. Вот. Так, блядь, да ну нахуй. Буча не видно? Куда его? Дорогу, дорогу. Дорогу офицерами. Мисс Холл, вы в порядке? Что? Спри. Ладно. Понятно, если ходите, значит, парень. Нет, все в порядке, нормально все. Это ты? Это ты, психопат? Где, 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 что, где есть еще люди-то? Какие люди? Кому нужна помощь? Мы помощь. Вроде бы всех унесли. А, отлично. Мой наниматель, он взорвался. Я проебал $40 на ровном месте. Кто? Ну, я не очень понимаю, кто из этой кучки мой наниматель, если честно. Ну, кто-то из них был. Jesus Christ. А Буча не видел, Армадилис? Ну, возможно, это он. Кто-то стреляет. Судя по размерчику, скорее всего, это Буч. Нет. Ой. Или женщина. Ух. Я понимаю, за что. Его не любили дети. Теперь я не понимаю, за что. А, кстати, Винс. Да? У тебя есть лошадь? Да. А у меня теперь нету. Ну, слушай, второй раз у тебя, да? Ага. Возможно, то, что мой второй конь взорвался, это связано с общим делом. Наверное. Мне кажется... Найти Винса. Ой, Винса, этого. Я здесь. А вот ты где. Прям на Тибучу. Ну, если это не он, давай еще подавай поищем. Может быть, его отнесли куда? У этого, у врача нет. Врача нет? Ну, нет, у врача его нет. Я могу только компрессионные повязочки. Сейчас, погоди, Армадилис, ну-ка что, на пару слов. Это ты сделал, психопат. Да, да, я еще карточку загадочника подложил, мы же так опрограммировали. Ты за полчаса назад говорил, что хотел сделать небольшой бомб. Я пошутил, блядь, конечно, это не я сделал. Ладно. Нужно найти Буча. Как ты мог вообще об этом подумать? Да я... Да просто я не знаю, ты говоришь такое, сделаем, ну сделаем. Может, и это... Да это не я. Просто это очевидно было, что какая-нибудь такая... околесится и приключится. А вопрос, знак вопроса никто не нашел здесь? Может, это по-моему, загадочник? Его уже зачистили. Понятно. Как следует. Офицер. Ладно. У нас еще там один труп. Что? Труп? Что за труп? Что за труп? А, Винни погиб. Винни погиб? Винни погиб. Господи. Винс. Да. Там Винни, он мертвый. Винс, как? Как на таком расстоянии? Я не понимаю. Его он, наверное, отлетел оттуда, сюда. Я не понимаю. Винсент. Что? Где? О, господи! Буч! Помоги. Буч! Доставай его. Что случилось? Доставайте его к врачу его. What the hell? Не роняйте с этого. Буч, не закрывай глаза. Лори, пошли. Да. О, там только щепку не доставайте. Не доставать. Армадилис, давай его, аккуратно. Давай, Виллис. Ага. Господи Иисусе. Ну, нужно как-то прижать чем-то кровь-то. Так, надо прижать, сейчас. Прижми, есть тряпка какая? О, у него из глаза торчит. Это так и было. Черт. Ну...
Может быть... Если он сейчас дышит, значит, ничего не... Если это... Короче, ничего плохого. Ну, то есть, еще жить-то будет. Я много это видал, но... Что? Ладно. Несем к врачу. Давай. Пошли. Куда ты? Нет, ты куда его несешь? А где врач-то? В цирюльне, в цирюльне. Боже, сколько крови. Нет, Буч. Буч. Спокойно. Главное, не отрубайся. Не теряй сознание. Все хорошо, понял. Джентльмен, что с ним? Он... Все плохо. Скорее мертв, чем жив. Давайте потом. Буч. Блять, крови сколько, господи. Меня тошнит. Джентльмен, я не хочу показаться мрачным, но вряд ли он выберется. Почему? Потому что у него огромный кусок доски в горле. Давай сначала, и по тебе стекает его кровь. Они уже проверят. Так, давайте, да. Ты врач? Ну... Блин, сколько нервов. Я разбираюсь с древесиной. Вот, возьмите тут мазь. Нанесите ей аккуратно на руки. Это у нас тут человек, щепка в горле. Есть врач? Мистер Вилсон. У Буча щепка в горле. Здесь много других раненых. Он истекает кровью, у него в горле щепка торчит. Черт. Дай его заносить. Я за офицером присмотрю. Вот он. Я не знаю, как он еще до сих пор жив, но он жив еще. Давайте... Клади его, наконец. Доктор, что с офицером? Ой. Что делать? Пока ничего. Просто бомба. Да. Клади, у тебя перчатки в крови. Да, можете помочь офицера немного в сторону переместить. Слушай, ты не помнишь, как зовут того мужика, вон в серой шляпе и так далее? Врача? Нет, мужика. Боже, я не позапоминаю имена, мне сложно. В очках в серой шляпе? Внутри, ну, который сейчас? А вот этот, который охотник за головами тоже, как его зовут? Вильямс. А правее от него вот. А, Леон. Леон? Да, в клетчатой рубахе. Ну, точно Леон? Да. Винс, ты останешься с... Да. Я да, посмотрю, привет, Лео. Моя башка кружится. Вот это вовремя я решил сходить покушать. Кроме глаза не повреждены. Приятного аппетита получается. Ага. Хорошо, что я... Да, да больше людям повезло, которые были в самом конце. Блять, меня опять тошнит. Сейчас еще не хватало, чтобы обмяк. Тихо. Коди! Что с ним? Кажется, он насмотрелся на это. Так отнесите его, что вы смотрите на это все? Давайте отнесем его. Да прекратите паниковать и орать! Все с ним в порядке, его, кажется, оглушило немного. Просто положите его в тень и последите за ним. Просто я предлагаю не здесь его, чтобы он лежал, а в другом месте. Да, я бы просто в стороночку. Не кричите, а ты хватит блевать уже. Иди, если ты не можешь смотреть, не смотри. Мисс Макфи, что-то принести необходимо? Вода, бинты. Просто в стороночку оттащите его, я уверен, в порядке. Давайте. Отнесете, Леон? Конечно. Хорошо. Давай, я подключу, давай. Лучше вон там девушка попросила воды. А, да, конечно. Я закончила с мистером Портером. Кому? Как он? На помощь. Все в порядке, жить будет. JX, привет. Рано осколок зашел не так глубоко, не задел никакие органы. Прям как его сне. Что, он умер? Я не знаю. Сэра вроде осмотрели, у него разбита голова и очки были разбиты, но глаза вроде целы. В какой-то веке встретил хорошего человека. И там... У людей на улице мелкие. Хоть не он и перенес плохую весть, но он был неплохим парнем. И есть неплохой парень. Почему бы ты... Заткнитесь просто. Да, я ударилась головой, кажется, что-то с левой рукой. Но больше всего мне обидно за $40. Вы издеваетесь? Армадилис. Что? Тут люди погибли. Людей жалко, конечно, да, бедные люди. На $40.
Надо было тебе угораздиться. Знаешь, Винс, меня просто не пустили на этот аукцион, поэтому судьба благоволит мне. Нужно понять. Коню. Ну, может быть, конь как раз и взял на себя вашу судьбу. Да, определенно. Как там еще раз его зовут? Вот того. Леон. Кажется. Спасибо. Мужчине хуже, чем офицеру. Я присмотрю за ним. Видите, все. На гробовщику. Что, его отнести к гробовщику или он жив еще? Нет, у него, видишь, руки нет. Уже все. Давайте, сэр. Впервые вижу синих людей. Ланя. Он весь синий, смотри. Он синий? Да. Господи. $40, черт дери. Винс. Да? Можешь это его подержать, аккуратно голову наклонить, да. Не сильно, я ему мазью промажу. Мистер Винсент. Да? Там возле амбара телега должна стоять. Ладно, я сам. Можете привезти? Да. Мне, скорее всего, она пригодится. Хорошо. Людей перевозить. Там, сейчас, погодите. Я одной рукой просто править не смогу. Там на телеге такой белый кружок, и, ну, вы увидите, там кони еще запряжены. Ладно, посмотрю. Ладно, Винс, все разнесло к хуям с собой. Не, да тут где-то мне Стернер сказала, что была телега, в общем. Это вот здесь, около амбара, она сказала. Это был мой живой конь, может быть, ты видел. Ищите телегу. Это ж телегу с чем? Пустую телегу, видимо, разводить тела. Господи, кому? Родным родственникам? Да я не знаю, попросила мисс Тернер. Мисс Тернер? А, она у нее... А, я понял, где она. На ферму нужно ехать. Мисс Тернер — это владелец... Ну, как хозяйка фермы, которая недалеко находится здесь. Не хотите со мной в Ванхорн проехаться? Чего? В Ванхорн. Зачем? Я там вчера был. В окрестностях какая-то телега была, за которую мне $40 платили бы. Нет, давайте мы поедем с телегой, которая у нас находится на ферме. Ладно. Армадилец, это... Умер наш Буч? Не знаю, я ушел, когда врач занимался им. Джизус. Да, блин. $40. У вас действительно так это... Да, мистер Барнс, понимаете, я этих смертей навидался сплошь и рядом. Эти люди не были мне знакомы. Более того, хотя я не хочу быть груб, и бесчеловечен, но эти люди прогнали меня с аукциона. Вы так никому не говорите, а то они точно подумают, что это вы. Да. Я-то и знаю, что вы хороший человек. Я не убийца. Я надеюсь. Я надеюсь. Но в каком-то роде я начинаю понимать этого взрывателя. Что? Прыгайте. Вы поедете со мной или нет? Да. Я помогу. Нужно будет лошадь мою туда тоже вернуть. Я начинаю понимать взрывателя этого. Может быть, он тоже изгой. Он сказал, что он хочет отомстить. Я же с ним разговаривал. Вы с ним разговаривали, мистер Барнс? Вы знаете, как он выглядит? Нет, он был в черной маске, во всем черном. Будь говорит, что это был его человек, но мне кажется, это был сам он. Кто это был? Сам он. Сам загадочник. Где вы с ним разговаривали? На ферме Тернеров, когда он мне всадил какой-то транквилизатор. Так, вы были на ферме Тернеров, там был человек в черной одежде. Да, рассказываю. Какое-то лекарство. Рассказываю. Мы приехали на ферму Тернеров, у них появился... А у них на двери знак вопроса на записке. Мы... Вот. Мисс Тернер сняла эту записку и пошла в дом. Мы пошли с Коди чинить ворота. И по нам начали стрелять. Мне всадили какую-то штуку, от которой я валялся и не мог встать. Как будто морфий какой-то. Да, есть такое. Я не мог... я не терял сознание, но я все видел вокруг. Да. Ну, это парализатор. И прошел человек в черном. Сказал, что...
Он хочет отомстить Блэквотеру за что-то. У него черная маска, черная одежда, все черное. Поэтому он напал на ферму. Он напал на ферму, чтобы, ну, он нападает везде. И это был его знак, сказал, что, чтобы я передал записку Найджелу, полицейскому Найджелу, одноглазому. А что в той записке было? Я не читал. Черт, как? Но потом оказалось, что Найджел вымогал деньги из Фрейзера, преступника бежавшего, за то, чтобы закрыть его дельца и помочь ему бежать. Найджел это... Одноглазый. Полицейский. Так, оставлю на коня здесь сейчас. Пусть тут он. Но Найджел, как видите, уже на свободе, и его, я не знаю, Фрейзера повесили. Ладно. Фрейзера повесили, а Найджел на свободе. Стоп. Найджел это одноглазый... Полицейский. И он работает до сих пор. Да. Но он сам это признался... Значит, что он помог сбежать. Он был как-то замешан с Фрейзером вместе, и Фрейзер его сдал. И мы поймали их обоих. И Фрейзер, и его. По наводке Фрейзера. И он признался, что хотел за деньги помочь сбежать Фрейзеру. Он до сих пор работает в офисе да. Полиции. Все так. Какого? Я не знаю, может быть, его как бы простили, но факт остается фактом, что он не чист на руку. Может быть, он работает на этого, на загадочника. Вот, и, короче, я... Когда этот загадочник со мной разговаривал, я спросил... Не хочет... То есть он хочет отомстить кому? Там Салуну, потому что мисс Клауд, хозяйка Салуна, боится, что это все из-за нее, что ей хотят... Кто-то отомстить хочет. Или выжить ее из города. Он сказал, что ему насрать на Салун. Он просто хочет отомстить этому городу, я не знаю за что. Как-то так. И мне кажется, это он устроил взрыв на... аукционе этом. А вон. Винс? Да. Сзади меня видишь? Твой друг жить будет, походу. Да? Выжил? Да, глаз потерял. Ладно, это отлично. Мистер Винсент, ну что, где повозка? Вон она стоит, вот она. А, спасибо большое. Не за что. Спасибо, Вильямс. Спасибо. Hello. Было бы за что. А кто еще погиб? Не знаю. Винни. Художник. Да, это я знаю. Наниматели армадильцы, еще несколько людей, которые просто мимо шли. Кошмар. А это как ее? Эленор, жива? Я ее не видел среди пострадавших. Она сознание теряла. Потеряла сознание, ее нашли тоже там, где Буча. Может, ей повезло, ее просто ломают. Может быть. Фух, а что там с Коди-то? Коди из-за Винни. Себя пришел, голова болит. Забыл. Коди, блин. Нужна будет твоя помощь. В чем? Попозже. В чем? Мистера Портера на телегу загрузите. Он погиб? Давайте я помогу. Что с ним? Нет, боже упаси! Мистер Винсент. Я думал, у вас телега для все трупов. В порядке. А. Мистер Винсент, я вас сейчас вот собственной целой правой Винс, рукой я придушу. Я понял. Ладно, извините, мистер Ордер. Коди, ты чего? У него друг погиб. Да нихуя. Ооо. Да, прими мои соболезнования. Только заикни сейчас про 40 баксов, армадерец. Кстати, что с нашим-то будущим? Жить будет. Глаз только без глаза, но будет. Да. Пойдем что-то проведаем. Воды принести, Коди? Нет. Да он лекарство сейчас напился. Бурбон принести, Коди? Я потом напьюсь. Ладно. Это вряд ли поможет, но... Почему нет? Блин, мне теперь... Я что-то на левое ухо после взрыва ничего не слышу. Пиздец. Ой. Мне повезло, я был дальше всех. Меня одного ничего, мам, скажите... Я успел отбежать. Честно. По поводу капитана Портера, его перемещать сейчас можно?
Эленор, вы в порядке? Ай, ну не очень, если честно. Держитесь. Буча, все плохо. Мистер Винсент, мистер Вилсон, вы можете мне помочь? Он Уильямс. Ох, я ударилась головой, мне можно. Это, если честно, не важно. С чем помочь? Нужно капитана Портера очень, очень, очень аккуратно на телегу. Сейчас сделаем. Только нужны носилки. А где они? Есть носилки где-то? Да, там вроде стояли в углу. Норман, потерпи. Сейчас чуть-чуть потрясет, и все будет хорошо. Мисс Макфи, там у Коди, я не знаю, лечится это или не лечится. Что такое? Я уже к Коди подходила, все отлично. Сказали, что все в порядке. Я дала лекарство. Хорошо, спасибо. Не вставай. Давайте, Вильямс, раскладывай. Я пойду к Коди Лиду. Да, сейчас. Давайте, мистер Портер, давайте, ложитесь на носилки. Давайте, аккуратно, помогу вам. Вроде как ушел в банк обратно. Я зря вставал. Зря. Ну а теперь ложитесь, мы донесем вас. Это рейд. Идите, Янок, спасибо большое. Привет всем. Ложитесь, сэр. Вильямс, на счет три, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, вроде ничего, но нет, на самом деле все не очень. Так, я сейчас залезу его аккуратно. Сейчас. Давай. Отлично. Все, готово. Куда тебе? Вы довезете его? Давайте я сяду. Там вытащить, так что один человек понадобится. Кто-то может с ним поехать, чтобы он не выпал. А, Коди. Внутри. Леон, погоди, Леон. Да, я никуда не еду. Стой же ты. Коди, запрыгивай в телегу. Хотя лучше я. Помогите, пожалуйста, а то мне что-то с левой рукой, не могу. Давайте, сама. Я вам помогу. Давайте. А ты садись вперед. Я на Томми поеду. Ты не упадешь? Уверен? Давай, нет, садись нормально. Лучше к нам. Да я лучше Коди, рядом поеду. Коди, не спорь. Все нормально, правда. Тогда я поеду. Мистер Винсент, а вы моего коня забрать не можете? А, могу. Давайте. Где он у вас? А, там стоял... Ох, сейчас. Так, обратно. Идемте. Да, нормально. Вы сказали бы, я бы нашел. А я знаю. Вот, короче... Коди, ты точно не навернешься? Да, уверен. Вон он стоит. Да, я понял. Хорошо. Я знаю, каково тебе сейчас. Ланя. Терять друзей. Уже своих лучших друзей. Ну? Ну, обидно. Он не заслуживал смерти. Оружие с собой есть? Да, вот в руке. Отлично. А у тебя? Да, но у меня не очень много боезапаса. Понял. А денег на патроны уже нету. Я тебе отсыплю десяток патрон. Да, просто все деньги выходят на ферму. Это загадочник этот. Все, блядь. Господи, сколько всего наложилось, а? Этот взрыв еще. Винни надо похоронить еще. Да. Ну как и остальных. Пару прохожих. Не дай себя разрушить этим всем заключением. Да просто я, честно говоря, плохой. Да лучше и не скажешь. Пора ловить этого загадочника. Дальше будет хуже. Надо его убить.
Его нужно поймать. И судить. Не стреляй. Ты чего, парень? Господь всемогущ. Мне нужен офицер. Я знаю, кто мог это устроить. Блять. Все в порядке? Кто-то хочет смерти мистера Портера. Офицера в город, быстро! Мы сейчас. Я сопровожу. Давай. Ходи аккуратней. Что тебе? Скотина. Цел? Да. Ух, нормально. Да. Пальто толстое. Сбросил. И шляпу потерял. Нормально. Кажется, наша временно исполняющая и то тяжелее было. Все? Все в порядке? Да, сейчас только доктор попрошу еще осмотреть. Хорошо, я тогда поеду, что там узнаю, что там в городе. А у вас спина? Все в порядке, это пума, она только разодрала мне пальто, все в порядке. А, ну да. О, Винс. Да. Кстати, тут крабы продают. Очень срочно мне нужно выпить. Армадилец. А. Тут люди погибли. Пойдем, ну и что я могу теперь сделать? Ты ел крабовые палочки хоть раз? Нет. Советую, вон мясник это. Советую попробовать. Спасибо, армадилец. Как тебя? Винсент, да? Да, Винс. И хочешь выпить с нами? Ты вроде с Коди общался. Не до выпить сейчас мне. Мисс Макви. Да, да. Скажите, с Бучем и с Эленор будет все в порядке? Кто такой Буч, кто такая Эленор? Попал Буч, что попал с... щепкой в горле и без глаза. А не я его оперировала, не я ему показывала. А он здесь, у вас же? Ну да, вроде пришел в себя, обливал здесь пол. Ну то есть он жив? Ну да. А Эленор, она ушла, с ней все в порядке, я так понимаю, да? Эленор... работает бармен. Её, потому что я... Что? Барменом работает в салоне, светлые волосы... Светлая рубашка, а она была в фартук. Фартук, да, 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 да. Да, да. Ну, в принципе, как мне сказали, у нее ожоги уже были до того, как я ее обработала. Ей уже обработали мазью, там я не знаю, если честно, насколько они серьезные, поэтому они были уже в повязках. Дальше, ой. Понимаю, нервы. Да, 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 очень нервно. Дальше. Собственно, у нее были ушибы, но и... Ну, главное... И надо было ей корсет поносить немножечко. Ага. Вдруг у нее там это... трещина. Понял. Вдруг. Спасибо вам, спасибо. Я не знаю, как благодарить, что вы оказываете помощь этому городу. Просто спасибо тогда. Просто не попадайте в передачи, прошу. Да, я вот постарался сегодня не взорваться. Вроде получилось. Спасибо вам. Я рада, то, что вы не попали ко мне. Да, да, спасибо, мисс Макфи. Спасибо. Всего доброго. Да, и вам. Ну что там, Винс, с твоим другом? Без глазов будет, но вроде живет. Это хорошо. Да, Портера отвезли на ферму. Почему вроде... на ферму? Не знаю, я так понимаю, мисс Тернер хочет за ним ухаживать. А, понимаю. Похоже, наша поездка в Сен-Дени откладывается. Думаете, но все-таки это никак не зависит. Сен-Дени-то нужна помощь до сих пор. Если к среде он не ваш друг не оклемается, то он не сможет поехать, вы понимаете? Ну, мы поедем без... Конечно. Их придется ехать тем, кто есть, кто остался. Угу. О. Да. Взрыв был хороший. Да. Кто-то подставил, походу, нашего мистера Гальяна. Ну, меня приучили, я уже не доверяю банкирам, поэтому я не знаю. Знак вопроса же не находили, да?
Портер находил сегодня что-то в переулке, какие-то записки. Да. По крайней мере, он что-то срывал в переулке. Возможно, что-то было. Но если это было связано с аукционом, он все-таки был на аукционе. Значит, не... Ну, то есть, он бы, наверное, его отменил. Весь город был на аукционе. Никто даже не подозревал, что что-то подобное может быть. Вот. Поэтому, если бы записки об этом что-то говорили, наверное. Не знаю. Ладно, Вильямс, я пошел спать. Хорошего тебе вечера. Да, давай. Давай. Я тоже.